А в Новой Зеландии отменили угрозу цунами после землетрясения. Подземные толчки магнитудой аж 7,1 балла стали самыми сильными за последние 20 лет. Эпицентр находился в 145 километрах от города Гисборн. После землетрясения было зафиксировано еще несколько повторных толчков. Самый мощный, почти 6 баллов. К этой минуте известно, что жертв и крупных разрушений, к счастью, нет. Тем не менее, до сих пор несколько тысяч домов остаются без света. Жители боятся возвращаться домой. Эту ночь они провели в машинах, несмотря на довольно холодную погоду.